Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Roblox Сервар. Это продолжение нашей истории о страшных лагерях. И в этой серии мы отправляемся в страшнючий отель. Ну и хотите ли вы увидеть эту историю? Только перед просмотром этого видео вы должны будьте подписаться на меня. Просто я узнал, что 68% смотрят мои видики без подписки, так что давайте. Раз, два, три. Вы готовы? Окей. Значит, отправляемся в путь. Мы в нашем отеле уже замечательном. И мой номер 402. В одном номере может уместиться минимум 2 человека. А в одном из номеров может быть даже одна семья. Ладно, ну у меня не семейный комплект. Ну ладно. Вау, тут парень уже спит. Ну, ладно. О, привет! Ты проснулся. Парень, забеги. Эх, рассмотрим свой номер. Мамочка включается и выключается. Тут пока что я включена. Тут есть унитазик. Сядем на него. Ой, я сейчас... Я вам не буду показывать, что тут будет. Так что... Все, это прошло. Так что можешь выходить обратно. Ну, пока что день. Можно видеть замечательные текстурки. А мне пофиг. Будем в этом отеле. Будем тут жить и так далее. Ладно, дорогие друзья. Походу наступает суровая ночь. Вы готовы к этой ночи? Все, уже ночь. И на текстурке. Ложимся спать, чувак. Каждый на свой комп. Мне снится такой замечательный сон. Сон, будто я сплю. А вот сейчас, пожалуйста, другой друг, подпишись на мой канал. Или я не смогу продолжить видео. Ты готов? Хорошо. Не снится, как я сплю. Мне снится тот маньяк. О! Attention, please. Пожалуйста. Произошла чрезвычайная ситуация. Не используйте лифт, спуститесь по лестнице. Attention, please. There has been a report of an emergency. Proceed calmly to the nearest exit and leave the building immediately. Do not use the elevators. Use stairwells where necessary. Attention, please. There has been a report of an emergency. Proceed calmly to the nearest exit and leave the building immediately. Do not use the elevators. Use stairwells where necessary. Может, это вообще ошибка? Никакого тут огня нет, ничего такого я тут не вижу. Может, это вообще все ошибка? Эй! Кто его в лифте закрыл? Лифт не открывается, вы чё? Ладно, попробуем вызвать этот лифт. Да он не открывается! Вот. Стоп! Это был монстр! Вы видели это?
Вы видели этого монстра? Он мог к нам в лифт забежать. Стоп. Вы видели каркас создания этого монстра? Того зачем? Ну, Ноланг. Тут. О, давай все в мою комнату соберемся. И об этом монстре там поговорим. Обсудим, так сказать, что тут произошло. Настя, ладно. Готовы? Стоп, почему свет был включен? Тот что ли был в нашей комнате? Так, давайте говорим об этом монстре. Что мы видели? Мы видели, как некий монстр хотел забежать к нам в лифт и убить нас. Но он из-за чего-то не мог зайти к нам в лифт. Может, это чей-то коварный план нас напугать? Я не знаю. Но это было жутко. Привет, соседи! Они не знают, что их хотел убить Зачнован. Привет, парни! Вы ж, хватит вам это все делать. Хватит рассказывать страшные истории. Хватит над нами издеваться. Мы слышали, что вы говорили. Тут нет этого монстра. Хорошо. Тут бродит страшный монстр. Мы вас не обманываем. Прямо в этом отеле. Ха-ха. Тут не страшно. Вы хотите над нами посмеяться? Следующим днем мы отправимся в кемпинг. И все вам. Так что, мы вернемся в наши комнаты. Блин, они не верят. Они мне не верят. Они мне не верят. Как они так могут быть? Ой, это что был за звук? Как сделать так, чтобы не поверили мне? Откройте! Стоп, почему мы заперты? Меня не выпускают из моей же комнаты. Вы чё? Надо... Но мы же видели того монстра. Надо отправиться вниз и позвонить, чтобы нам помогли. По телефону. Давай! Все сюда. Стоп. А как ты тут оказалась? Меня сюда телепортировала странная сила. Так. Мурашки, похоже. Вау, это что? Опять какой-то тайный этаж? Да вы издеваетесь. Это выглядит... Как-то странно. Это секретный этаж. Я не знаю, где мы находимся сейчас. Но мы будто в другом измерении. Блин. Надо бежать. А это что? Это паркур. А видимо, пол проклят. Какая-то тьма сзади нас. Стоп, откройте.
Ведь 45! У меня только 420! Выламываем дверь! Выламываем! Это темнота там! Нет! Она умерла! Так, я что-то не понял, как она умерла? Это безумие! Надо отправиться обратно на первый этаж в лобби и попросить помощи по телефону. Потому что это, блин! Это страшно! Так, это люк! Что это за звуки? Ладно, поднимаемся. Вот он, лифт. Надо идти туда быстро, потому что монстр наверняка снизу. Бежим! Так, друзья, что же мы будем делать? Ладно, пойдем на первый этаж и попросим помощи. Один из наших погиб. О, у меня мурашки по коже, друзья. Вот, телефон. Надо попросить помощи. Через некоторое время. Помощь уже в пути. Сюда. Так, там нет места, чтобы приземлиться. Значит, они приземляются на крыше. Умно. Ладно. Все замело же снегом. Так, что? О, нет, нет электричества. Элеватор застрял. Придется подниматься через шахты лифта. Но они же давно сломаны. Окей. Поднимемся по элеватор шафт. Эй, мужики, не толпитесь. Нет, нет! Не может быть! Нет! Они все умерли. Надо забраться на крышу. Но дверь закрыта. Ужас. Что же нам делать? Что же мне делать? И вам, дорогие друзья. Потому что я вам рассказываю эту историю, а точнее, может, таким будем? Ой, крыса. Вот выход! На крышу. Вот она, крыша. Буду стоять тут и гореть. Эй-эй-эй, мы здесь, спасите нас. Ух, я добрался до сюда, скажем. Стоп, о нет, что это за звуки? Это рёв монстр. Это монстр!
Ай! Я не могу жить так долго. И монстр, видимо, устал. Это мой шанс бежать. Дверь открыта. Надо бежать. Надо бежать вниз. Значит, полицейские прибыли туда, раскопав весь снег. Они поверху. Приветствую вас, дорогой господин. Мы спасли это место. Хорошо, да? Хорошо, господин полицейский. Фух, они растеснились. Спасибо за помощь. Вы спасли нас всех. Всю нашу семью. От этого монстра. Нет проблем. Мы лишь сохранили вас. Мы лишь выполняем нашу работу. Фух, снег все. У нас возникли тут проблемы. Но на следующий день мы отправимся в кемпинг. В лагерь. И там по-настоящему отдохнем. Кто хочет продолжение? Хотите узнать продолжение этой истории? Пока!